Состоялось официальное открытие очередного сезона водолечебницы «Невс». Для отдыхающих был организован концерт с участием танцевального коллектива Дома культуры Знаурского района. Юные артисты подарили присутствующим хорошее настроение, играли на различных музыкальных инструментах, исполнили песни, танцевали. Водолечебница приняла 36 отдыхающих. Утро для тех, кто хочет подправить свое здоровье, начинается с комплексной зарядки. После отдыхающие принимают лечебные ванны, которые помогают излечить такие недуги, как псориаз, нейродермиты, хронические экземы. Водные процедуры также показаны при заболеваниях опорно-двигательной системы. Когда они чувствуют, что ванны им приносят облегчение, конечно, они повторно тоже приезжают. В основном надо 3 года подряд ездить, чтобы ощутить какой-то эффект. Водолечебница лечит всю патологию опорно-двигательной системы, в основном остеохондрозы, гонартрозы, коксартрозы. Приезжают к нам в основном пожилые люди. Те, которые уже знают, постоянно, каждый год ездят к нам. Приезжают к нам и из Москвы, из всех городов России. Они уже знают и, конечно, рекламируют своим близким, своим знакомым. У нас даже иногда и путевок не бывает. Утро начинается с физзарядки и принятия лечебных ванн. Организовываем для них и экскурсии. Желательно, чтобы отдыхающие в июле приобретали путевки. В августе у нас бывает много народу. Водолечебница закрывает свои двери в этом году 5 сентября. Водолечебница в одном потоке может принять до 40 человек. Среди отдыхающих есть такие, которые просто хотят провести свой отпуск в живописном тихом уголке на берегу горной реки Проны. Посетили это прекрасное место туристы из Северной Осетии. Некоторые здесь первый раз приехали по совету друзей и не пожалели об этом. Я приехал в Сунджи. 17-й раз отдыхаю в этом прекрасном месте. Лечебные ванны, которые я здесь принимаю, мне помогают. Коллектив хороший, мы довольны обслуживанием. Мне здесь очень понравилось. Красивое, живописное место, свежий воздух, все вокруг зеленое. Я первый раз здесь. Приехал по совету друзей. У меня болят ноги. Нахожусь здесь уже несколько дней. Принимаю лечебные ванны. Мне становится лучше, боли проходят. Планирую приехать и в следующем году. Для отдыхающих созданы все условия для комфортного проживания. Трехразовое питание, организованы и развлекательные программы. К сожалению, и отдыхающие, и коллектив сталкиваются с проблемами. Это прежде всего отсутствие нормальной дороги. До сих пор не проведено электричество, работает генератор, нет и мобильной связи. Но несмотря на некоторые сложности, коллектив работает над тем, чтобы у отдыхающих остались приятные воспоминания. Алена Утаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня.